Вот засранец. Выбил у папы, да, скажи, паразит? Да, морда хитрая. Надо ворона уже верхом, наверное, гонять. Бегать. Да, ворон? Все, поехали? Сейчас держись. Тут сугробик будем переезжать. Ой, держись. Все, сама будешь рулить? Да. Тебе... О, видно дорожку-то маленько, да? Да? Угу. Ну и все, и дорожка, едем. Угу. Папина помощница будет. Угу. По управлению ворона. По управлению ворона, да. И потом... по вьюге моей. Да, потом вьюга у тебя будет. Мы куда едем-то с тобой? За дровами. За дровами. Снег не летит в лицо? Нет. Нормально? Да. Давай побыстрее ворону. А вот. Ай, давай побыстрее. О, сейчас погоним, да? Да. О, по сугробам. Давай еще ему вот так вот чуть-чуть поднатягивай. И так вот раз по боку, по одному и по второму, вот, чтоб не забуксовали. А обратно быстрее поедем. Сейчас следышек от нас останется, от саней. Так вот чуть-чуть бери в ручку, перебирай вот этой. Вот так вот. Нравится ехать? Давай сейчас вот поправее. Дорожка, видишь, тут расходится. Нам надо вон туда, 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 ворон. В сугроб. О, погнали, да? Так вот натягивай на себя, чтобы он сбавлял. Тррр, сбавляй. А то врежемся в березу с тобой. Не устала? Ну, опять побежал, да? Разбавляй. Не торопись, ворон. По лесу. По лесу гоняем. Сейчас отцепимся. Ничего, чуть не перевернулись, да? О, снега нагребаем. Айда, ворон, айда, побыстрее. Ну,
Ну, снова быстро поехали. Вон сейчас забуксовали. У нас какой с тобой вездеход. Ворон. Ягоду собирали. Помнишь, я говорила, что это горка? Да, это дерево. Да. Будем с тобой дрова-то брать или просто домой поедем? Будем маленько? Будем. Так, давай тогда вылазь. Вот сюда давай на бок. Опа, аккуратно. Все. О, нифига, Вика утонула. Отпускай веревочку. Ай. Еще давай шажочек в сторону. Туда проходи еще. Опа. Опа. По колено. По колено. Все, ворон, стой. Ой, я по колено. Что мы, скажи, зря ехали, да, с тобой? Что мы зря ехали? Сейчас мы возьмем с тобой пару лисиночек, чтобы сидеть было удобно. Ну, много-то не будем брать, да? Да. А то нам с тобой же не сесть будет. Сейчас я с дорожки уберу. Аккуратно, сюда не лезь, там веточки, палочки. Все, здорово в лесу. Да. Хватит нам дров с тобой. Хватит. А ты там всегда дрова собираешь? Да. Ну, а? Нам посерединке мы с тобой сядем сейчас, да? Да. Еще-то будешь тут гулять? Нет, поедем. Все, поедем? Да. Ну ладно, сейчас погоди, тогда я сяду. А куда мы еще поедем? Ну куда, домой, нас уже мама с тобой потеряла. Да? Да. Мама думала, мы не так долго поехали с тобой кататься. А Виктория дрова решила заготавливать, да? Из подписчиков просили показать сбрую нашу, так сказать. Ездим на всем простом с вороном. Через сидельник у нас заводской, ну тут простой ремешок. Что у нас потом? Тут веревочка простая, под низ даже ничего нету. Веревочка намотана длинная запасом, потому что обрезать мне ее пока ни к чему. Мне она не мешает. Здесь та же самая веревочка. Все по-простому, да, ворон у нас? Ничего мудреного нету. Пользуемся тем, что есть. Вот и все. Дуга и та была ломана. Вот так вот тут расщеплена была. Года три, наверное, назад. За неимением лучше пришлось эту перемотать. Ну, по крайней мере, держит. Вот этот я сезон катаюсь. И ничего и не делается. Вот и вся амуниция у нас. Ну, вожжи еще заводские я покупал в магазине. Да, Виктория? Да. И все, и ездит у нас ворон. И доволен. Хомут тоже, я не знаю, уже сколько лет уже начинает тут разваливаться весь. Хомут маловат, надо на размерчик побольше. Так что, вот так вот все по-простому у нас. Перед этим как-то видео выкладывал, года 3 назад или 4, 3 или 4-летней давности. Ну, примерно так же он у меня там был запряжен. Только здесь, по-моему, такой же ремешок у меня использовался. А может, тоже нитка, не помню, веревка. Каких только комментариев там нету в адрес. В том, что надо сбрую новую и все и новое. Но на мои вопросы, как она силы коню добавит. Да, ворон? Так никто
и толком не отвечает. Начиная там и угол оглобель, высоту, и угол изгиба у саней надо выбирать. Но это уже так совсем те, кто дурью мается и ищет причины. Кого-то там, скажем так, нехорошими словами обделать. А мы ездим и радуемся. И ничего у меня с конем не случилось. Так что вот так вот все по-простому. Получается ехать? Ай да, ворон, ай да. На, держи. Держи, держи, натягивай посильнее. Вот так вот ручки, ладошки наоборот. Вот так. И кушка. И вторую вот так вот. Вот все, и вот так вот управляй. Еще чуть так вот перебирай. Вот все. Домой, да? Айда, айда, айда. Побыстрее поедем. Да. О, главное нам не выпасть с тобой. Здорово. Да? Да? Снег летит. Что ты мне рассказываешь? Помнишь, когда мы с вами управляли вороном, ты выпал? Да. Вы быстро гнали с Валей просто. Да. Как сейчас мы быстро с тобой гоним. Да. Да, побыстрее, да? В огороде вон как бежать хотел от папы. Пусть теперь бежит. Снег летит на тебя, да? Да. Ну ничего, сейчас доедем. Засыпает тебя? Вот так вот бери. Натягивай чуть повыше, чтобы под ноги ему не попало. Вот так вот. Удобно? Да. Опять снег прилетел. Ну да. Еще передаем привет. Кому, Виктория? Шурику Сусанину? Да. Большой-большой привет, да? Да. Привет тебе, Шурик. От деревенских блогеров. Все, финишная прямая, поле мы домой. Не устала кататься? Да.
Потом Вика сама, наверное, будет дрова возить. Папа рубить, пилить, а Вика возить, да? Mm-hmm. Когда подрастешь. Yeah. Ну, вон мама нас все-таки вышла встречать. Побыстрее тогда поедем? Да. Это ворон, побыстрее. Все, держи. Управление в своих руках. О, чуть не забуксовали опять. Только снег из-под копыт у ворона летит. Прям как на танке. Давай сюда вправее повернем. Ой-ой-ой-ой, о, погнали опять, да? Боком всяко. Тррр, стой, ворон. Все, приехали, Виктория, да? Да. Опа! Папа. Что? Что? Снеговика. Снеговика сделаете? А?